Всем привет, меня зовут Лена, и сегодня мы с вами поговорим о... Да-да, о них. Это, конечно, не самая приятная тема для разговора, но фильмы ужасов в своем роде интересны. Почему я сейчас говорю о страшных фильмах? Где еще можно встретить привидения? Только там... ну еще под диваном. Да, и в шкафу. Но кошмары — это ведь не только привидения, а еще и... Да, это тесты. Я до сих пор боюсь этих привидений. Было бы жутко интересно узнать, чего боишься ты. Ведь то, что сейчас я перечислила, это еще не все. Есть еще куча других пугающих вещей. Всем пока!